ну понеслась. Не жадничаем. Не, не хочу делать добивание. Хотя здоровья полно, поэтому почему бы и нет. А ну-ка, друг, подойди ко мне поближе, чтоб тот слева нас не видел. Ну а теперь, милый, иди сюда. Отдыхай, друг. Дверь с этой стороны не открывается. Вот это печально. Но я уже заранее успел сходить вон туда наверх. И выяснилась одна маленькая деталь, что... Там стоят двое классных перцев, с которыми справиться мне явно не дано на данном этапе. Так что я даже приблизительно не знаю теперь, куда мне идти. Других путей не вижу, разве что я открыл там тюрьму. Может быть, не нужно было в нее все-таки зайти и найти там какие-то еще дополнительные входы, которые раньше мне были заблокированы. Ну что у нас по заданиям-то? Найти его... Так... В дворике на побережье. Ну туда я пока не могу. Набережная у нас там, там двое челов стоят. Мимо них никак не пройти. Чел второго уровня, он меня по-любому прикончит. Нам тонко намекают, что не-не-не-не-не, друг, туда нам явно не надо. А если я отсюда упаду вниз, то это явно конец. Так что... Ладно. Будем сейчас пытаться... понять, чего же от меня хотят. Чё ты туда целишься? Я вот на него хотел. О, только не падай. Это вот самый стрёмный момент, когда ты думаешь, сейчас, блин, сделаешь добивание и провалишься. Hey, someone's sneaking up on you. Так, что у тебя самая слабая нога? Так, надо не забыть, что мне нужно еще один шлем себе забацать. Так, ты у нас... Ha 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 ha.
свидания. Так, мне нужен твой шлем. Тихо. Я заберу твой шлем. Я надеюсь, вы не слышите эти страшные звуки. А если слышите, то простите меня за них. Так. Ну реально, наверх мне нету смысла идти, там слишком опасно. Здесь я открыл вход в тюрьму, но... В тюрьме я поисследовал все места, которые... А нет, не все. Точно внизу у нас было место, где мы не раздвинули дверь, и там была какая-то еще записка. Точно. Точно, точно, я вспомнил. Как же я мог про то место забыть? Туда мы не заходим. Там у нас допуска нет. Ну, а тут смысла быть нету, тут мы тоже же все поисследовали, что могли. Набережная. Не с этой стороны, я понял, да. Туда идти тоже смысла нет, нас там прибьют. Падать вниз явно идея плохая. Неужели все-таки в тюрьму надо снова пойти? Но я не хочу. Ну, я понимаю, никто в тюрьму не хочет, но все же. Спрыгнуть. Да нет, это тупая идея. Прикольная, конечно, но тупая. Осьминог. Осьминога я вижу. Нам сказали двигаться к осьминогу. Сейчас я вот здесь, вот. Осьминог находится на противоположной стороне. Ну, не знаю. Ну, давайте все-таки вернемся в тюрьму. За одним единственным. Посмотреть, что же у нас в том самом месте. Мне очень это любопытно. Кстати, мы еще оружие открыли, которое я не смотрел. Да, милипусенькое, конечно. Но довольно быстрое. Ну ладно, почему бы не попробовать-то?
Отдыхай, друг, отдыхай. Сколько же вас тут? Спасибо. А теперь откроем же. Ради этого, как говорится, мы старались, да? Такое, если честно. Так, создадим себе бошку. Отлично. И нужно снова две ноги. Серьезно? Снова две ноги. Ну, хотя бы на сохранение поставим. На том спасибо. Ей. А, понятно. Надо увеличить мощность. Понял. Понял, не дурак. Ну что ж. Have a nice day, officer. Ладно, побежали отсюда. Здесь нам больше, я так понимаю, делать от слова вообще нечего. Теперь только нужно пытаться понять, как попасть туда, куда нам нужно. Мне явно хана. Тихо, ребята. Дайте я сохранюсь. Так, спасибо. Сейчас я здесь. Очевидно. Я хотел попробовать, что будет, если упасть. Знал, что умру, но почему бы не попробовать-то? Интересно, если не сражаться с ним, а
просто мимо пробежать, что-то это нам в итоге даст. Мне нужна твоя нога. В смысле? Ты что, бессмертный? Как оно работает, но до него я все равно не допрыгну, так что зря боезапас тратил. Так, ну в любом случае мне же не сюда, да? Ну раз мы сюда пошли, то соответственно... Раз мы сюда пошли, то давайте исследовать эту область. Опа. Опа. Мне бы фонарик, это было бы куда лучше. Но чтобы взять фонарик, я уверен на 100%, нам нужно надеть на себя корпус. Никогда не думал, что будет так жестко себя чувствовать в этой зоне. Будет. Буду, точнее. Hey, that looks like a great shortcut. Yo. Until we slip and the current drags us away to wherever. Come on, I don't see anyone who's been dragged away. Safe to me. Let's go. Так, спасибо. Я снова на набережной, и теперь я походу смогу открыть тот самый срез, который не позволял мне зайти сюда. Значит, идея о том, чтобы пробежать вон туда, была правильной. Вот это на тебе поворотный поворот, а?
Осьминог. Теперь мы знаем, куда нам надо. Хотя это и так было заранее очевидно. Используя своего дрона, размещайте флажки в потайных или труднодоступных местах. Чем меньше игроков успеет найти и уничтожить все, что существует, лучше награда. А, ну понятно, это для онлайна челлендж. Такое себе удовольствие. Так, ну здесь мы, разумеется, пока ничего не можем. Нам не дали крюк. Вот это срезище, конечно. Скажу я вам. Но нам, в принципе, это пока не надо. Но мы запомним. Казалось бы, кто бы мог подумать, что вот так вот у нас будет срез. Боже, мне эта игра нравится все больше и больше. Почему ругали первую, я понять не могу. Я ее прошел с огромнейшим удовольствием. Были, конечно, некоторые бесячие моменты, но на то это и игра в таком сеттинге, что ну, она обязана быть в некоторых моментах бесячей. При этом приятный. Так, ты друг? Ну, вроде бы, да. God damn AID goon said I caught the virus. Bullshit. But they'll see. I'm far too sneaky to get caught. Да не переживай, у меня тоже был вирус. Целых 5 дней. Upgrade your shiny stuff and you'll lead a longer, more productive life. And even though a secret path, it's right through that gap between the buildings. Ну это я уже нашел, вроде бы как. I mean, you could also sneak through one of them scanner gates on the road to Babylon Gardens, but why would you? Seaside Court is the place to be. I ought to know. Easy for you to say. Так, ну давайте уже такие срез еще один откроем. Идти туда мы, разумеется, не будем. Но будем иметь в виду, что теперь у нас там открыто. Так, тут ничего полезного нет. Таинственный незнакомец. Ага. Я бы с радостью пошел бы к тому бешеному челу, но вряд ли я его завалю. Попытаться, конечно, можно. Бульвар всех святых. О, тут еще и двое их. О-о-о-о-о-о-о-о. Ребята, вы какие-то конченые. То есть это тонкий намек на то, что мне нужно все же улучшить свое оружие, иначе дальше идти мне будет крайне сложно. Так, ну твое оружие мне не нравится, давай я тебя просто убью. Что ж мне из тебя взять? Давай ногу. Я хочу твою ногу. Ого. Огнестрел? Серьезно?
Хай. Не получилось сделать то, что я хотел. You can run, little girl. You sure as hell can't hide. That's it, kid. It's over. You're coming with us. Wait, what is she doing? Hurry up and grab her! That's impossible. Ясно. А девочка у нас не так проста, как кажется. Так, а ну-ка. Спасибо. Когти на основе этих нанитов, это довольно любопытно. In Jericho City, everyone is equal before the law. A tiny surveillance chip implanted in your auditory nerve records every conversation you'll ever have. That way, we can always protect you from unfair allegations or defamation of character. To review personal recordings, please fill out the appropriate form and expect a waiting period of up to 2 years. If you find a misplaced audio log on the street, we urge you not to listen. Violations will be punished with a steep fine and or brief imprisonment. We already know you listened to this recording, so expect to receive a sternly worded letter from our lawyers soon. Have a nice day. Да, тотальный контроль. От такого не спасешься. И это довольно прискорбно. Спасибо. К сожалению, морской звезды у меня нет. Интересно, я это оружие смогу себе добыть? Правда, оно мне нахрен не надо. По баллон с краской, серьезно? Ну, допустим, допустим. Дайте мне возможность подлечиться, пожалуйста. Неужели это так сложно? Не понял. Туда идти явно плохая идея. Стоп. Я помню этот момент на демонстрации. Сейчас туда ломиться плохая идея. Но можно пойти куда более
другим путем. Мне бы подлечиться сначала. Эй, щит сломан. Отлично. Я понял, как оно работает. Спасибо. Я хочу твою голову. Чертеж снаряжения для головы гриф. Ей, бейба. Район металлургов. Уху! Вот это было эпично. Подсветка, серьезно. Где у нас подсветка? А, у меня еще тела нету. Да, восстановите тело. Так, спасибо за всякие приколюхи. Ё-моё, я и забыл, что у нас с вами время-то идет. Вот как мы сильно увлеклись процессом.